13 des heutigen Kampfabends. Waldemar Neftach trifft auf Lubos Rauser. Hanuman Güm aus Prag trifft auf das Tiger Team aus Deutschland. 3x3 Minuten K1. Wir beginnen mit dem Walk-in des Kämpfers hier in der roten Ecke. Applaus und einen stattlichen Walk-in für Waldemar Neftach. Hey, ja. Меня зовут Манов, только истина, отдувай здесь, ага, 3-4, я, поехали, Я буду стрелять, а если упаду и стану, то что не говори, не буду я искать, за что мы не встречались, никогда не буду допущены руки, жизнь меня научила, терпеть не злые муки. Я буду стрелять, а если упаду и стану, то что не говори, не буду я искать, за что мы не встречались, никогда не буду допущены руки, жизнь меня научила. Часто бывало, что вместо доверия было измена. Тем, кого верил, кидали детали, рассказывать не буду. А тех, кто много по жизни, никогда не забудут. Цели навечены, что всегда уверены. Походкой рады залечены были времени. Но я лечил еще и водкой. Стопка за стопкой, стоп. Я должен быть сильнее, какая бы беда ни была. Должен справиться с ней. Больше не смею судить, не хочу судить на лица. Я научился различать, я правда, где я папа. Вам читаю, знаешь, что две, что было скрыто. Примем Бога в страхе за беда, чтобы когда не было обидно. Пока не закрыли, но уже многие знают. Единицы ненавидят, но большинство уважают. Добился этого спустя почти 4 года. Для народа делал порог, устраиваясь в погоду. Я буду стоять, а если упаду и стану, то бы что ни говори, не буду я искать. Я знал, что бы не случилось, никогда не буду допущены руки. Жизнь меня научила, теперь не злые муки. Я буду стоять, а если упаду и стану, то бы что ни говори, не буду я искать. Я знал, что бы не случилось, никогда не буду допущены руки. Жизнь меня научила, теперь не злые муки. Я делаю только то, что считаю нужным. Пишу свои ответы после эпохи. Парам южки, на кое воспроят идеи. Waldemar Neftach, meine Damen und Herren, 22 Jahre jung, 108 Kilo schwer hier für Sie in der Arena. Trifft auf Lubos Rauser, 108 Kilo gelistet, ebenfalls also ein ganz, ganz tolles, gleichwertiges Paar. Wir sind gespannt auf einen hollen, auf einen tollen, auf einen fantastischen Kampf. Also, los geht's mit dem zweiten Kämpfer. Hier ist für Sie ab in den Ring für Lubos Rauser. Je to jak nic, to totiž neváží víc. Je to něco jak dech, jak přání a příle. Je to nemožný cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dostatný cíl, aby se s ním pokusil. Kolik je přání a všechno bude k mání. Tohle je zázrak, kámo, zázrak.
für Waldemar Neftach. Thank you.
Wow, meine Damen und Herren, ich denke, unser Kampfabend hat sich schon wegen dieses Kampfes gelohnt. Monsterapplaus an Waldemar und Lupo Spitzel! Meine Damen und Herren, hier das offizielle Kampfrichter unter den Sieger durch TKO, der Kämpfer in der roten Ecke, Waldemar.